Всем доброго времени суток. Вашему вниманию представляется автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска. Автомобиль у нас в комплектации Prestige. Вот на таких красивых 20-дюймовых дисках. Оснащен двигателем 2,8 литра, автоматическая коробка передач. Вот такой ухоженный кожаный салон в темном стиле. Также в подарок владелец отдает новый, совершенно новую резину. Резина летняя. Сейчас автомобиль на зимней резине. Также здесь установлен климат-контроль для задних пассажиров и подогрев задних сидений соответственно. По передней части автомобиля также никаких нареканий. Торпеда, дверные карты, все в отличном состоянии. Кресло у нас кожаное, напомню, с электрическим приводом. Автомобиль у нас на бесключевом доступе. То есть заводится у нас кнопка старт-стоп, расположена она здесь. Также присутствует подогрев рулевого колеса, подогрев зоны дворников, соответственно, подогрев задних сидений и подогрев передних сидений. Это по теплым опциям. Расположен у нас мультируль, полный электростеклопакет, электрорегулировка зеркал, соответственно, также расположен блок управления светом. В автомобиле присутствуют датчики света и дождя, соответственно. Дополнительно была установлена вот такая очень интересная магнитола, она у нас на базе Android. Магнитола у нас с навигацией и с камерой заднего вида. Также автомобиль просматривается сверху и с камерой заднего вида соответственно. Тут у нас расположен климат-контроль. Напомню, он у нас трехзонный. Две зоны спереди и одна зона сзади. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот. Чуть ниже расположен блок управления автомобилем. Это всеобразные блокировки, помощь при подъеме, помощь при спуске, переключение привода. В целом, думаю, все. В данный момент автомобиль заведен, никаких ошибок на табло не горит. Пробег автомобиля 144 тысячи километров. Если вас заинтересовал данный Land Cruiser Prado 2018 года выпуска, напомню, все контакты, номер телефона, адрес вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно приобрести по системе Trade-in, в кредит, а также за наличный расчет. Всем спасибо, до свидания.